В Саудовской Аравии уже несколько дней подряд идут сильные ливни с градом, вызывая наводнения на улицах городов. Невероятные видеокадры местных жителей заполонили соцсети. Жители в буквальном смысле все больше и больше начинают недоумевать, почему интенсивность дождей с градом увеличивается все сильнее и сильнее. Сегодня, 23 мая, во вторник, сильнее всего пострадали от аномальных осадков несколько крупных городов, такие как Таиф и Абха. Сильное затопление улиц сопровождалось и мощным выпадением града, буквально превращая жаркие улицы городов в ледяные реки. С каждым годом в Саудовской Аравии эти аномальные явления становятся уже более чем пугающими и вызывает все больше вопросов, почему же так происходит, и будет ли это усиливаться, или так было всегда, или когда вектор аномалий пойдет на спад.